музыкальное огненное шоу не оставило равнодушным ни одного из соперников Яна Пухаева из Минусинска. Десятиклассник повторил эксперимент Генриха Рубинса начала прошлого столетия. Собственноручно воссоздал знаменитую трубу Рубинса. Изобретение вполне может заменить светомузыку. Абсолютно безопасно. Она позволяет увидеть звуковую волну. Волна проходит через газ, и газ горит, и получается то, что разность звуков пламени. Вместе с Яном в номинации «Электронные музыкальные инструменты» свою работу представил и Андрей Геласимов. Музыкант по призванию, инженер в будущем, из сосны вытесал гитару «Электро». Заряда хватает на неделю. Электрогитары обычные, они подключаются к комбику, там усилитель нужен. А я решил сделать особенную, портативную, потому что у меня все встроено, ничего с собой не надо носить. Из творческой мастерской попадаешь на арену военных действий. По коридорам вуза колесят танки времен Великой Отечественной и современные, их создатели – ученики 20-й Абаканской школы. Макет российского Т-72Б3 весит 50 килограммов, плюс столько же груза в прицепе может перевозить. Настоящую гусеницу отливают, там используют определенный сплав. Мы решили сделать кое-что попроще. Мы взяли пожарный рукав и на него закрепили траки, вырезанные из жести и стали. В этом году работы на конкурс в 20 с лишним номинациях представили 178 юных техников из республики и юга Красноярского края. Создавали предметы быта при помощи собранного вручную 3D-принтера, демонстрировали собственные достижения в области макетного строительства, авиамоделирования, робототехники. Одним словом, стремились доказать будущее планеты за научными открытиями. Робототехника, конечно, она будет направление очень интересное, потому что сейчас и вся автоматика у нас на производстве вся идет как раз связана с программированием и контроллерной техникой. Поэтому если они уже с детства будут и с электроникой, и с контроллерами знакомы, то, конечно, потом им это будет все легче изучить. Борьба за первые места оказалась жесткой, ведь главный приз победителям и призерам – сертификат с бонусными баллами для поступления в Хакасский технический институт. Наталья Гармашова, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия.